Всем привет! Сегодня я покажу вам, как я сделала вот такой букет из чупа-чупсов. Его можно кому-нибудь подарить или, например, на вечеринке поставить где-то в вазочку, и гости будут приходить, и каждый будет брать себе по одному. Он состоит из чупа-чупсов, формочек для маффинов, палочек, деревянных палочек для шашлыка и салфеток. Вместо чупа-чупсов, конечно, можно взять любые другие конфетки на палочке. Я была приятно удивлена, когда увидела, что вот это отверстие в чупа-чупсе как раз подходит для того, чтобы вставить туда палочку для шашлыка. И оно хорошо держится, и больше ничего делать не надо. Если вдруг ваши конфеты будут как-то шире, или палочки уже. В общем, если у вас держаться не будет просто, то можно будет закрепить скотчем. Скотч также понадобится, чтобы делать сами цветки, чтобы закреплять формочки на чупа-чупсах, поэтому смотрите, чтобы скотча у вас было действительно достаточно. Также нам нужны ножницы, салфетки, формочки для маффинов, как я и говорила, и одна резинка. Вместо формочек для маффинов можно было взять любую цветную бумагу или, может быть, какие-то фантики, но тогда их нужно было каждый вырезать в форме круга, и просто ушло больше времени. А эти формочки сразу уже подаются круглыми, потому что мне им нравится своим материалом, который такой мягкий и гибкий, очень подходит для моей идеи. Разворачиваем формочку так, чтобы она стала плоской. Складываем сначала пополам, потом в 4 раза, потом в 8 и в 16. Получится как бы цветок из 16 лепестков. И нужно с помощью ножниц придать форму лепестка. Продеваем в серединку чупа-чупс. И формируем цветочек. Я одеваю так, чтобы как раз вот этот фантик весь был спрятан. Скотч. Я делаю букет из 20 чупа-чупсов, поэтому будет достаточно, если лепестки состоят только из одной формочки. Если, допустим, ваш букет поменьше, или вы хотите просто подарить просто один цветок, тогда будет лучше, если вы добавите несколько формочек. Тогда цветок будет таким более наполненным.
Вот, готовы 20 цветков. У меня они разноцветные. Есть желтые, есть оранжевые, есть розовые. Теперь я аккуратно собираю их. Как вы знаете, цветки всегда дарят в нечетном количестве, да? На самом деле, если бы я дарила сейчас кому-то, то я бы не стала дарить 20, я бы лучше сделала 19 или 21. Но если букет будет у вас просто где-то стоять, как я уже говорила, для того, чтобы каждый подходил и брать себе по одному, то тогда, конечно, никто не будет считать, сколько их там штук. Вам нужно будет просто столько, сколько у вас гостей. Букет готов, осталось его еще завернуть в салфетки. Вместо салфеток, конечно, пойдет, например, подарочная бумага или цветная бумага. Сделала большой треугольник. Я не учила в школе геометрию. В общем, тот уголок, который напротив линии, чтобы он торчал. У нас по бокам два уголка одинаковых, и один большой в середине, вот о нем речь. Ребята, кто хорошо знает геометрию, скажите мне, как они называются. Мой букет из чупа-чупсов готов. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что идея вам пригодится. Обязательно расскажите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Хотели бы вы получить такой подарок? Стали бы вы такое дарить? Оставляйте небольшой палец вверх и подписывайтесь на мой канал.
обязательно смотрите меня еще, идей хватит на всех. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!